Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 22 июня, День памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война с фашистской Германией. И в эту ночь с 22 на 23 июня 2022 года погиб при странных обстоятельствах Юрий Васильевич Шатунов. Этот фильм посвящен годовщине его гибели. Можно подвести предварительные итоги всех событий, связанных с гибелью Юры. Я постараюсь быть сжатой. В этом фильме будет обзор обращений в Следственный комитет, материала почитателей таланта Юры, его творчества, его самого из Тюмени. Все видеоматериалы предоставлены админами группы ВКонтакте, группы поклонников Юры, почитателей Юры из Тюмени. Ровно год назад, 23 июня, в 8 утра по Москве, я услышала новость о том, что умер, беру в кавычки это слово «умер», Юра Шатунов. В этот день у меня была экскурсия по войне 1812 года. И на пути маршрута у нас была Поклонная гора. Когда я услышала эту новость, я мало сказать, что была в шоке. Но надо было собираться на встречу с участниками группы, и я сказала себе, как Скарлетт О'Хара, что подумаю об этом позже. И я сделала несколько фильмов расследований по гибели Шатунова. Но в те первые дни это было настоящее горе. Хотя, повторюсь, никогда не была поклонницей ни Шатунова, ни Ласкового Мая. Ощущение, что там дело нечисто с этими детьми из детдома, присутствовало у меня всегда, когда вот они были популярны. Итак, 23 июня мы проходили Поклонную гору. Там есть скульптура Георгию Победоносцу. И хотя эта скульптура довольно странная, как и все скульптуры Церетели, и Георгий там разрезал змея или дракона на кусочки, как рыбу на филе. Мимо этих заморочек мысли шли параллельно тому, что я вела экскурсию. И мысль была такая: он их победил, это Шатунове. Да, они убили его, но он их победил. Они не смогли сломать его. Кто победил кого, кто это они, я еще ничего не знала. Ощущение какой-то космической битвы. Наблюдая эти мысли, образы, свою грусть, переживание, горе, как будто потеряла близкого человека и сама себе удивлялась. Потом поняла, что надо сказать ту информацию, которая пошла потоком. Да, мне приснился в первые дни Юра. Я обычно не говорю о своих снах. Вот это вот второй случай, когда я говорю. Совсем молодой Юра в белой джинсовой курточке без рукавов. Ну вот прям вот 15-летний, тот самый, когда он был в самом таком своем рассвете. Была какая-то квартира, дом, много комнат. Я наблюдала как некое присутствие. Я там была, но как наблюдала, что происходило. Был большой стол в одной из комнат и несколько мужчин. Они сидели за столом, и Юра сидел с ними. Они что-то бурно выясняли, кричали на него. Ну, скажем так, громко на него покрикивали, говорили. Потом он встал и ушел. В той квартире я потеряла телефон, и мне его там очень не хватало. Там мне были важны часы в этом телефоне. Не знаю почему. Вот в телефоне и в этом сне. Я искала этот телефон по всей этой большой квартире. Потом обнаружила кучу тряпья в углу. И поняла, что телефон с часами там. Да, и разгребла эту кучу и достала свой телефон. Часы отсчитывали правильное время. Я поняла во сне так, что это куча тряпья, ложная мусорная информация, но истина будет установлена. Во сне я знала, что его убили на земле. Я оглянулась, Юра стоял в проеме двери, улыбался, но грустно. Я его спросила, что они с тобой сделали. Он ответил: они ничего не смогли сделать, все придет в свое время. Вот и все, больше ни разу Юра во сне не приходил. Итак, пошла исследовательская работа. Информация разворачивалась в детективной истории с темой неожиданной кремации. А Юра был кремирован совершенно неожиданно для всех и, по всей видимости, незаконно, потому что должно было быть, во-первых, вести следственная проверка. Ее не было. Никакая кремация не может быть, пока не будет произведена следственная проверка. Она должна была идти как минимум месяц. Вот ничего не было. Родственников здесь никаких не было, поэтому каким образом получил директор разрешение на кремацию, совершенно до сих пор не выяснено.
Очень странно ведет себя вдова. Ну, так сказать, Бог ей судья. Итак, с темой неожиданной кремации я вышла на гибель психофизиолога, известного во всем мире, Владимира Бехтерева, попутно доказав, что Сталин не причастен к гибели Бехтерева, потому что именно Сталина обвиняли все эти годы, вот почти 100 лет, что он якобы заказал, убил, отравил Бехтерева, что тот ему поставил диагноз Сухорукова параноика. Это полная ложь. Я изобличила. Вот параллельно получается так. Сняли клевету, поклёб со Сталина. Пусть те, кто клеветал на него, это будет на их совести теперь. И все те историки, которые продвигали эту тему и рассказывали взахлёб про эту тему, про эту смерть Бехтерева, пускай это будет на их совести. Там были два врача скорой помощи. Потом информация была по Владимиру Высоцкому. Тоже два врача, которые также добили его. Третий не стал принимать в этом участие и, в принципе, описал эти события, которые там происходили. Затем история Бехтерева переросла в более подробное раскрытие мотива преступления. И так как интернет подкинул мне исповедь Вениамина Додина. Пожалуйста, все фильмы есть на моем канале. Фильмов много получается. И тех делишек, какие проворачивала Лина Штерн и Цикубу в первые годы становления советской власти, брали детей из латвийского детского дома, брали их в доноры для омоложения элиты. Ну, не всех, естественно, а вот кое-кого. Додин называет всех по фамилиям. То есть для омоложения старых так называемых большевиков. Додин называет их всех. Он сам едва не стал таким донором. И только потому, что был слишком истощен и не прошел отбор у тети Лины. И вот спустя много-много десятилетий, уже за 3 года до своей смерти, он написал свою исповедь в 2014 году. Видимо, раньше нельзя было. Книгу он хотел написать в книге, а книгу отказывались печатать с этими данными. А он не хотел книгу выпускать без своих данных. Поэтому он написал, выложил эту информацию безоплатно, в общий доступ, в интернете она есть. Итак, тема детских домов и что там творилось после развала СССР. Что дети – это товар и для донорства, и для у тех развращенных дядей из элиты, дядей и тетей. Ну и для омоложения, так называемый адренохром. И последние несколько лет информации об этом стало так много, что понимаешь, что это все творилось под шумок грохота разрушения страны социализма. Сюда пришли мародеры с Запада, с Америки, и помогали им в этом свои местные. Например, Горбачев не стоял в стороне, поэтому рекламировал пиццу «Хат» и был так любим голливудскими актерами. Он также курировал детские фонды, и один из них – фонд «Хаматовый». Кто бы это все проверил? 3 года назад Катя Гордон пыталась бросить клич, чтобы честные и смелые сотрудники Следственного комитета разобрались с тем, что происходит в детских домах. Она брала интервью у Юры и его директора Кудряшовой и поведала, что они рассказали много ужасных вещей. И фигурировал там тот самый Криворотов. И вообще за этим Криворотовым много всякой грязи. Вот так было сказано. И что, в принципе, сотрудники правоохранительных органов, они, в общем-то, где-то как-то в курсе этих всех вещей, но почему-то не принимают никаких мер. Не принимали. Параллельно у Юры шли суды с Разиным за права и за права Кузнецова на песни. Он выигрывал. И последний суд должен был состояться в июле, через месяц после его смерти. Вот так получается. Он должен был окончательно выиграть суд. То есть все шло к выигрышу его. То есть он должен был поставить точки над «и» и окончательно заполучить права на все исполнения, на все песни Кузнецова в том числе. Он защищал и честь Кузнецова. Но вдруг нам показали рыдающего Кудряшова, который срывающимся голосом сказал, что Разин убил Юру, так как довел его судами, и сердце Юры не выдержало.
Это было вот, это есть в интернете, опять-таки, это есть в статьях и в фильмах исследовательских, которые я делала. Я делала скрины и читала с листа, с интернета, чтобы было видно, что вот это все происходит в прямом эфире, а не то, что там потом кто-то что-то написал. И вот я предположила тогда в одном из своих фильмов, что Юра собирался назвать фамилии высокопоставленных кураторов и сутенеров, те, которые поставляли этот товар. Товар, по всей видимости, шел за, ну, за границу в том числе. Кто, если это самый выгодный товар, то где можно его взять? Где этот ресурс? Это, конечно, детдомовцы, самые беззащитные. И что это именно явилось основной причиной того, что его убрали и поспешно сожгли труп против всяких законов. Еще я предположила, что там масонский след есть и ритуалы. Далее оставался Кузнецов и его суды. То есть Кузнецов жив, но он плохо себя чувствует, так, болезненного вида, но, в общем-то, держится. Хотя смерть Юры для него была, конечно, тяжелым ударом. Это было видно по нему. Итак, суды, которые, по логике, он также должен был выиграть. Но что-то там такое странное было с адвокатами. То не приходили, то еще что-то. По всей видимости, вводили, возможно, в заблуждение Кузнецова и Юру. И у Юры тоже адвокат. Очень странное выражение лица у нее было как раз, когда Юра выиграл одно из заседаний. Дело шло к выигрышу. Но еще он не выиграл все суды, но к этому дело шло. Он был радостный, хотел ее обнять, она сидела с каменным лицом. Помните, это все видео Казармовской. Очень подозрительно поведение адвоката, такое какое-то несоответствующее обстановке, скажем так, что за этим что-то стоит. Но это наши домыслы. Хорошо, продолжаем. И вот проходит 3 месяца после смерти Юры. К Кузнецову приезжает некая женщина с цветочным именем. Они проводят большой концерт, где там же или накануне, вот в эти же дни, вот, или прямо в этот день концерта, или на следующий день было интервью. Кузнецов также озвучил, что готов рассказать правду. И на следующий день он, естественно, умирает. То есть не надо было ему это говорить, надо было просто озвучить и ничего не говорить. Единственный, кто видел его живым последним, была эта женщина с цветочным именем. Ну а что же Следственный комитет? Народ. Очень-очень немногие, не более 10-15 человек от всей многомиллионной армии поклонников Юрия Шатунова написали заявление в СК по письму, составленному юристами на нескольких листах. То есть не просто абы как, а составляли юристы, грамотные люди. Знали, как, что сказать. Какие предложения, какие акценты составить на нескольких листах. Подробно о том, чтобы проверить обстоятельства гибели Юрия Шатунова. И пришли стандартные отписки, несколько строк. Я тоже об этом делала фильм обзорный. Что вы есть никто и звать вас никак, и что это вообще не ваше дело, потому что вы не являетесь родственниками. Конечно, это прямое нарушение Конституции, закона Российской Федерации, где прямо сказано, что любой гражданин и человек может сообщить о преступлении и потребовать расследования, написать заявление. И оно должно быть принято, оно должно быть рассмотрено, если есть сообщение о преступлении. Так как родственники могут быть сами в сговоре, и сами могут быть преступниками против своего близкого человека. Но что есть, то есть. Далее. Эти люди, ну их по пальцам пересчитать, они не остановились и написали в общественную палату. Общественная палата спустила это все дело вниз в Следственный комитет. И Следственный комитет опять прислал те же самые отписки. Мне присылали эти письма счастья. Люди, они получали их и пересылали мне. Все было понятно, что никто ничего расследовать не собирается. Что дело Шатунова прикрывают на самом высоком уровне. То есть, чтобы все спустить на тормозах и вообще, чтобы вообще его побыстрее забыть. То есть, была такая задача его быстро с кем-то заменить. Было такое именно ощущение. И ровно так же, как это было в случае с Бехтеревым, а также с Есениным,
само собой, что почерк один и тот же, что 100 лет назад, что при царе, что при советах, что при либералах. Однако я решила проверить, понимая бесполезность обращения в Следственный комитет, вот от того, что конкретно будет ответ на данное заявление, то есть было понятно, что они пришлют отписки. Ну, скажем так, я это предполагала, что будут отписки. И не ошиблась, получается, так. Но все же я зашла на официальный сайт Следственного комитета и проверила фамилии тех, кто подписывал письма счастья, кто присылал эти отписки. Так вот, что оказалось? Этих фамилий на официальном сайте среди сотрудников не оказалось. То есть кто-то подписывал письма в Следственном комитете, отвечая людям на вопрос, как бы нужно было посылать, но таковых сотрудников на официальном сайте не числится, их нет, какие-то мертвые души. То есть полная издевка, либо, ну, я не знаю, уровень такого масштаба мошенничества запредельного, просто запредельного. Я показывала это людям, которые мне писали. То есть это все было в личной переписке. Я не делала фильмы на эту тему, потому что и так было все понятно, что раскрывать это преступление никто не собирается. Все это вместе, масса нестыковок, неувязок, откровенного вранья, странного поведения вдовы, ни разу не вышла к людям, ничего не объяснила. Канал захватил директора. В телеграм-канале Шатунова были стерты все его записи, вся память о Юре. Очень странно себя вел клавишник Игоряша. Ну и все остальное окружение тоже вело себя очень-очень странно. Теперь еще одна новость для поклонников Юры. Несколько месяцев назад на меня вышла одна женщина. Она когда-то была соседкой Юры, жили в одном подъезде на Кантемировской. Потом она уехала в другую квартиру. Ну, достаточно давно, это много лет прошло, потому что Юра тоже уже давно не жил на этой Кантемировской, а там жил его директор. Всем это известно. Квартиры Юра получил от детского дома, дал это Лужков. Распоряжение тоже это общеизвестная информация. Так вот, что сказала эта женщина? Он приезжал 22 июня, и еще, по всей видимости, 2 или 3 человека с ним было. Это соседи слышали их голоса мужские, слышали Юру, его голос. Они радостно громко говорили, смеялись. Это было где-то в районе 16-18 часов 22-го. То есть пятница, получается. По всей видимости, они заезжали за Кудряшовым. Но потом сообщили, что квартира, по всей видимости, продана, и там делается ремонт. Это уже было в апреле 2023 года, но, к сожалению, выяснить, кто является собственником этой квартиры сегодня, не удалось, потому что как раз в апреле выпустили постановление, что запретить в общий доступ информацию открытую. И теперь только либо по решению суда, либо МВД запрос делают. Ну, опять-таки, уже просто так его не получишь, чтобы узнать, кто является хозяином квартиры. Получил ли ее кто в наследство, кто ее продал. То есть никакой информации вот так в открытом доступе по недвижимости сейчас не получить. Далее, весь этот год велись чаты. Ну, кто-то ругался, кто-то не ругался. Много всяких версий выдвигало за этот год. Появилась версия не так давно, что раз только нестыковок, и Юра такой странный в гробу лежит, и у него плечи не такие, то он жив. Логики ноль, но в этой антилогике у людей есть своя логика. Те, кто не может принять эту смерть, создают себе историю счастливого спасения. Так с любыми звездами бывает. Таково свойство человеческой психики. Мне писали это все и присылали все эти ролики. Я подробно отвечала по пунктам, почему Юра не жив, а именно погублен. Ну, я считаю, что он убит конкретно с умыслом. Но это мое личное мнение. Можно было бы отмахнуться от этих фильмов, от этих разговоров о том, что Юра жив. Ну, потому что действительно это набирает обороты. И раз не ведется следствие, значит, он жив. С какой стати жив? Раз странная кремация, значит, он жив. То есть раз себя так ведет жена, странно, значит, он жив. Раз дети веселые, значит, он жив. Ну, очень странная логика. И кому она выгодна? Она выгодна только убийцам.
Итак, можно было бы от этого отмахнуться, но оказалось, что и в этом ворохе материала есть одно зерно, которое я пока не буду говорить, не время, как-нибудь потом. Итак, Шатунов погиб не просто так, погиб как герой. Он не сломался, не продал свою душу, он не струсил. Он подавал сигналы своим поклонникам со сцены, но никто его не услышал, не почувствовал его. Враги его оказались как по писаному ближние его. Он все-таки до конца не верил, что они способны на это. Ну вот на конкретных людей он чувствовал, что над ним надвигаются тучи, но он не верил, что это могут оказаться совсем вот его ближние, с кем он так много лет бок о бок работал. Получилось в ночь с 22 на 23, как у Цезаря, что и ты, Брут. Самые адекватные почитатели, что я знаю, это группа из Тюмени. Они организовывают вечера памяти Юры и Сергея Кузнецова. Их общество растет, приходят многие молодые люди, которые также становятся поклонниками Юриного таланта, его уникальности. Поют его песни свои о нем. Мальчика-сироты, который в сложнейших жизненных условиях выстоял, развивался, образовывался, занимался самосовершенствованием, работал над своими мыслями, стихами, стал настоящим мудрецом, философом, был примером для молодежи. И это очень сильно раздражало тех, кто в нашей стране много лет продвигает совершенно другую повестку – Моргенштейнов и Дани Милохинов. Антиподом Шатунова выбрали именно Милохина, и именно из этого детского дома. И надо было заменить образ правильного, светлого Шатунова на вот этого вот придурка. Воистину, какой-то человеческий подвиг совершил Шатунов. Мы просто даже до конца не знаем масштабы его личности. Ну, естественно, люди в него влюбленные, но это гораздо больший масштаб, потому что понимание, ну, что из-за денег, если его убили, то из-за денег, да нет. Деньги здесь совершенно не главное. Я продолжаю на этом настаивать. Я считаю, что он... Просто то, что за кадром, то, что он не мог сказать, он не мог ни с кем поделиться. Это надо понимать. Это чувствовалось боль в его глазах. Вот эта боль, эта глубина, она ощущалась, она во взгляде, все это в нем. Но это нельзя сказать. Вот как хочешь, ты живешь с этим, ты это носишь в себе, но ты не можешь это сказать, потому что ты можешь погубить не только близких своих, но многих других людей. Поэтому ты вынужден в себе это носить, то, что ты знаешь, это страшную эту тайну. Такое мое мнение. И вот возвращаюсь, вот воистину человеческий подвиг он совершил, он себя обессмертил. Возвращаюсь к тюменской группе, я дам ссылку на их ресурсы. Кому дорого память о Юрии, Сергее Кузнецове, присоединяйтесь к этим замечательным людям. И с их позволения, разрешения, я взяла пару сюжетов с их вечера памяти, с их концерта. И что интересно, там был такой момент, когда они, этой группы, ехали на теплоходе, они бросали белые розы в реку, и появился белый голубь. Это было знаком, ну, как будто душа Юрина. А ведь действительно это такое бывает. У меня так было, когда умерла мама. В течение первого года появлялся белый голубь. На даче у нас там летал. И вот такое ощущение, что эта душа летает, она как бы прощается с тобой. Вот последние вот моменты, потому что год, и потом все, они с земли уходят, эти души. Вот такой был случай. Поэтому в конце этого фильма посмотрите видео с концерта с тюменской группы. А я вас благодарю за внимание, благодарю, что посмотрели это видео. Всех вам благ. Цветы – это песни мои, я им помогаю расти. Когда я закончу свой путь, они еще будут свисти. Быть может, найду пустоту, когда я закончу свой путь. И белых роз красоту, увы, не смогу вернуть. Когда я закончу свой путь, уйду не спеша в рассвет, оставлю вам светлую грусть, седой ночи гаснущий свет. Когда перестану писать о вечности и любви, возможно, я буду искать все то, что ищете вы. И думаю, вряд ли найду ответы на главный вопрос.
Зачем я играю звезду? Зачем я родился и рос?